Есть разница между тафсиром и между тадабуром. Тафсир – это когда человек, когда муфассир, и опять же, например, нужно понять, что ты хочешь из ая. Из аята Кур'ана, субханаллах, как ученые говорят, «Джами'ль улюм фил Кур'ан». Все знания в Кур'ане есть. И когда ученые говорят, что ты, перед тем, как сделать тафсир, что ты хочешь получить от этого аята? Если ты хочешь из этого аята получить фаиду, пользу, ахкам аль-фикх, например, вопросы фикха, фа'алейка би тафсир аль-Куртуби, иннаху кана факихан. Тогда читай тафсир имама Куртуби, потому что имам Куртуби был, помимо того, что он был муфассиром, был еще факихом. Если ты хочешь, например, какие-то истории, как сиры, сиру какую-то, то алейка би Ибн Кафир, Аль-Куран, тафсир Куран Адим Ибн Кафир, потому что у него помимо этого он еще ученый по сире, у него другая книга есть Аль-Бидайя Ван-Нихая. Поэтому он там оставил вот эти следы в том, в чем он мутахассис, в том, в чем он знаток. Этот оставил нотку фикха, этот ученый оставил в тафсире нотку сиры. Если хочешь некий ахляк, ахлякият, нравственные качества, то тафсир Саади, потому что он халат, он нас, много с людьми общался. Если хочешь красоту арабского языка, ученые говорят, тогда читай тафсир Абу аль-Байян аш-Шинкити. Поэтому то, что ты хочешь услышать из тафсира, и ты, например, если фикх хочешь взять, то этого муфассира возьми, если хочешь сиру взять, этого муфассира, если хочешь ахлакият, этого муфассира. И тафсир, то есть, например, разница между тадаббуром и тафсир. Например, Аллах субхана ва тааля в Коране говорит, «Инна а'танака аль-каусар». Мы тебе дали, Мухаммад, каусар, нет? И начинается тафсир. Что такое каусар? Некоторые ученые говорят, каусар, аннахру фил джанна, река в раю, وقال الجمهور большинство ученых сказали каусар мин калимати المشتاق الكثير взятые слова كثير много много благ тебе дало وبينهم الخلاف начинается разногласие вот это тафсир а когда это тадаббур размышление это кажется человек может когда он читает инна аътайнака الكوثر субханаллах Аллах тебе много чего дал Аллах дал мне разум Аллах субхана ва тааля дал мне сердце вселил мне душу дал мне нигмат ислам дал мне семью и так далее начинает тадаббур начинаешь ты тадаббур Коран именно ты размышляешь над Кораном поэтому Аллах субхана ва тааля говорит, размышляйте над Кораном, или неужто на ваших сердцах замки?